Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас блюдо из узбекской кухни. Это всеми любимый плов. Существует очень много разновидностей плова. Мы же приготовим плов ташкентский. Поехали! Я подготовила ингредиенты для нашего плова. Конечно же, главный из них это рис. Какой же без него плов? Мясо, мут, который я вчера замочила, желтая и красная морковь, чеснок и специи. Также лук. Сейчас начнем шинковать лук. Лук нарезаем полукольцами. Постарайтесь нарезать их тонко. Морковь нарезаем соломкой. Сначала морковь разрезаем на вот такие пласты. Вот такие. А потом уже будем их на соломку разрезать. Вот такая соломка у меня получилась. Сначала обжариваю мясо. Масло у меня подсолнечное. Мясо прожарилось, теперь в казан отправляем лучок и обжариваем до золотистого цвета. Перемешаем с мяском. Лук обжарился. В казан отправляем морковь. И распределяем морковь по казану. В казан отправляю соль и специи. Сначала в казан отправляю специи для плова. Затем зиру. Немного изюма. Барбарис. И соль. Хорошенько распределяю. Проверяю морковь на готовность. Вот так. Вот, морковь отделилась. Это значит, что самое время отправлять в казан нут. Предварительно его нужно замочить. Также сверху отправляем воду. Вот так. Это у нас зирвак. Зирвак варим до готовности нута. Зирвак закипел, убавляю огонь. На медленном огне варю зирвак до готовности нута. Я попробовала нут, он мягкий. Теперь зирвак отправляем рис.
Теперь включаем максимально высокий огонь. Это для того, чтобы рис впитал жидкость. В плов кладу чеснок. И вот так засыпаю рисом. Плов плотно накрыла тарелочкой, теперь закрываем крышку. Ждем 20 минут для полного приготовления плова. Пока плов готовится, к нему я нарежу яркий, сочный, вкусный салатик. Для салата я уже очистила 2 редиски и теперь нарежу их. Вот так разрезаю. Редиску нарезаю тонкими пластами. Нарезаю болгарский перец и очищаю от семян. Легче всего это делать руками. Семена вот так убираю в отдельную чашечку. Я думаю, неприятно, когда ешь салат, а там семена на зубах хрустят. Теперь вот таким образом нарезаем наш перчик. Наш перчик отправляется в чашку. Теперь нарежем паприку желтого цвета. Она очень яркая, и мне она нравится. Разрежем посередине. Убираем семечки. Паприку нарезаю. Теперь нарежу огурчики. Вот такими полукольцами они у меня получаются. Их есть приятнее всего. Нарезаем помидорку. Опять же я нарежу полукольцами. Салат получится очень ярким и вкусным. Я думаю, то, что хороший салат к плову обязателен. Есть люди, которые не могут есть плов без салата. Я в том числе. Шинкую руколу. Рукола содержит в себе витамины группы С, витамины группы В, а также железо и многое другое. Следовательно, она очень полезна для человеческого организма. Теперь нашу руколу отправляем к салату. Также нарежем немного укропа. Зеленый лук также шинкую. Также нарежем несколько листиков щавеля. Щавель немного кислый и придаст кислинку нашему салату. Посолим наш салат. Добавим лимонного сока.
и хорошенько размешаем, для того, чтобы все ингредиенты сбалансировались. Этот салат пахнет восхитительно. Такая гамма цветов. Думаю, этот салат идеально подойдет к нашему плову. Салат готов. Теперь выкладываю его на тарелку. Заданное время прошло. Посмотрим, что там в казане. Ух ты! Наш плов готов. Теперь его хорошенько перемешаю. А потом уже начинаю сервировать. Красотища! Посмотрите. Вот и готов наш плов. Я также украсила его перепелиными яйцами. Салат и плов идеально сочетаются друг с другом. Они получились безумно вкусными. Готовьте такой плов с хорошим настроением. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!